Еврогруппа и Международный валютный фонд одобрили в четверг на встрече в Брюсселе выдачу Греции очередного транша финансовой помощи. Страна получит кредит в размере 49 миллиардов евро. Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер заявил, что решение было принято благодаря политическому консенсусу, достигнутому в прошлом месяце. Это, как вы помните, был трудный процесс, но сейчас, с твердой решимостью греческого правительства и под пристальным вниманием тройки международных кредиторов, мы убеждены, что программа вновь в действии. Часть денег Афины получат в ближайшие дни, а часть в первом квартале 2013 года. Деньги отправятся в Грецию в начале следующей недели. Безусловно, незамедлительная выплата в размере 34,3 миллиарда евро будет произведена в декабре этого года. Министр финансов Греции покидал встречу Еврогруппы в приподнятом настроении. Я рад. Это было долгое путешествие, но это начало нового пути. Соглашение по передаче средств было достигнуто после того, как Греция на прошлой неделе осуществила выкуп государственных облигаций, что позволило уменьшить долг страны. Жан-Клод Юнкер считает, что Греции, возможно, больше не понадобится дополнительная мера для снижения госдолга. Но если такая необходимость все же возникнет, Еврогруппа готова предпринять новые шаги.